Лисы, ежи, енотовидные собаки, коты и даже коровы – все эти животные могут заразиться, а значит и заразить бешенством человека. Заболевание смертельно, а потому упор специалисты делают на профилактику. С начала текущего года на территории Брянской области лабораторно подтверждено 8 случаев бешенства среди животных. Как домашних, так и диких. Среди домашних животных в основном это кошки и собаки, а среди дикой фауны – это лисы и енотовидные собаки. Случаев заболевания среди людей зарегистрировано не было. Пострадавшему от укусов животных своевременно вводилась антирабическая сыворотка на начальных этапах для того, чтобы предотвратить возникновение заболевания. Судороги, водобоязнь, агрессия и слюнотечение. Далеко не всегда бешенство у животных проявляется именно так. В самом начале болезни это может быть потеря аппетита, вялость, изменение поведения. Так, к примеру, дикий зверь перестает бояться людей и идет на контакт, а у домашнего питомца вдруг поднимается температура, он перестает есть. Но ведь такие симптомы могут возникать по самым разным причинам. А диагностировать бешенство можно только посмертно. Для этого специалисты исследуют мозг животного. В Брянской испытательной лаборатории исследования проводятся методом флуоресцирующих антител. Результат мы получаем в течение 3 часов. Если результат отрицательный, то он является предварительным. И исследование продолжается методом биологической пробы на белых мышах, которая длится 30 дней. Чтобы заразиться бешенством, совсем не обязательно, чтобы больное животное укусило или оцарапало человека. Бывает достаточно даже ослюнения. Антирабическая сыворотка в этом случае поможет, но она отнюдь не безвредна. Гораздо проще и безопаснее минимизировать подобные контакты. Не подходить к диким зверям, какими бы милыми они ни казались, не контактировать с бездомными животными и регулярно проводить вакцинацию домашних питомцев. На базе нашей клиники можно провести вакцинацию от бешенства. Также возможен выезд на дом для проведения вакцинации. Сама процедура занимает немного времени, но обеспечивает спокойствие за свое здоровье и за здоровье вашего питомца. Так как Брянская область является неблагополучной по бешенству, поэтому вакцинировать необходимо ежегодно. А в благополучных областях это каждые 3 года. Специалисты подчеркивают, прививать от бешенства нужно не только охотничьих собак и животных, находящихся на самовыгуле, но и тех, кто не покидает пределы квартиры. Это позволит минимизировать риски, если, к примеру, домашний кот выбежит на улицу, поедет с хозяевами на дачу или же отправится с ними в путешествие. Наличие прививок в этом случае – обязательное условие для его перевозки в транспорте. Ольга Макушникова, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.